Привет, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами Локи. Мы продолжаем играть спящих псов. Так, ну что, посмотрим, что у нас за задание. Так, расплата и дело сорви головы. Давайте сгоняем на дело сорви головы. Так, где наша машина? Посмотрим, что там нас ждет. Надеюсь, эту серию я начну, как прошлую, с погони от полиции. Ну отходи, чё встал? Главное, ей сигналит, а она стоит дальше там. Так. О. Сколько там? 250 метров. Блин, сделали бы хоть как-то подальше ехать. Это что-то все рядом, все рядом. Ну что, посмотрим. В прошлой серии, по-моему, здесь мы жучок ставили, да, если не ошибаюсь. Сядьте в фургон. Какое-то полицейское корыто нам выдали. Отправляйтесь куда-то там. Отправлять, да, и не успел прочитать. Нормально, так сразу навстречу. Ну а чё тут? На встречке не одно, а здесь аж. Так, теперь сюда. По каким-то дворам. Watch it. А, тёлка, куда ты на своем тарантасе едешь? Такс. Почти приехали. Ох, какие машинки-то. Let me fix my car up, then I'll take you. Easy. Fine. It's your funeral. Блин, хочу себе такую синюю машину, вот она реально крута. О, господи. Так, поставим Гринка жучок. Так, таймер у нас минуты 20. Так. Так. Готово. Забираемся в фургончик. Типа он такой вообще не заметил ничего. Что за чушь? Так, стоять, стоять. Вылези. Черт, там был сундучок с деньгами. Ну, у него, в принципе, тоже машина неплохая. Да я ж на этом корыте его не догоню. Да, такой просто посреди. Started racing the other day, talking tough. You think he's a rat? Or undercover. They had a problem with that a little while back. You think they kill a cop and the police just go away? Sonanyi's in trouble if he is. I'm 18K, what do I care? But if I was you, I wouldn't let him see you do anything and walk away. This town is full of morons, Naz. It's up to me to put them into place. Yeah? Why? Punk by the name of Ace, talking a lot of trash. Now the fool actually wants to race. No accounting for people's intelligence these days. You gonna take him out? Uh-huh. Motherfucker won't know what hit him. Tell people he's gonna take me down? What? Don't worry. Erases me, they'll be scraping him off the pavement in sticky little pieces. Looks like you have little choice, huh? Так.
Yes. Inspector, it's Wei. Hotshot's gonna race Ace, and he's talking like he's not gonna let Ace take him to the finish line alive. Do you know where and when? Not yet. Hey, one other thing. Hotshot and his friend Naz suspect I'm a cop. Naz Singh, the drug smuggler? You know him? Yeah, I know him. He's an informant for HKPD. He's the one that put us on to Hotshot in the first place. Fucking guy is playing both sides of the game. You want me to tell him to shut up? No. I agreed to help you, Inspector, but not if it gets me killed. Do everything you can to keep my cover intact. I'll deal with Naz myself. All right, Wei. All right. For now, let me know if you find out anything about that race. Не повезло, не повезло. Влетели. Так, тут аккуратненько надо. Оп. Что за задание-то? Я опять что-то отвлекся. Эй, ладно, сейчас узнаем. Рану, как обычно, нужен фургон мой. Как я понимаю, пройдено задание, да? Да. Так, ну что? Уровень 3, да, здорово, здорово. Получено $1200. Так, ну что, теперь на расплату. Возьмем машину. Думаю, вот эту. Не круто, но хоть что-то. Ну вот, теперь 700 метров ехать. Да куда ж ты, а? Так, так, так. Да это корыто даже газу подбавить не может, а? Реально какая-то ванночка. Ах, ну не втиснулся, это, конечно, у нее такие бока аппетитные, я бы сказал. Так, мы опять сюда, надеюсь, не петь караоке. Ух, что это, Мерседес, что ли? Ну, что-то похожее, ладно. Что нас ждет здесь? What the fuck's going on? Dog Eyes shut up Winston's mother's restaurant tonight. Winston, I just heard. Your mother? She's fine. But two of our people were killed, and a couple customers were wounded. The police are there now. Wait, wait. He went after your family? Hello? Everyone's outside. Waitress, you always should fight. Listen up! We're hitting a sweatshop on the waterfront. All his trucks move to that place. It's how he makes his money. I want it burned to the ground. Siwa runs the operation. Put that hum guitar in the shallow grave. Don't turn my ear. It's over. Winston, are you sure about this? Of course I'm fucking sure. Look, what's the chairman gonna say when he finds his warehouse floating in the ocean? He's not gonna like it. But there's no way Dog Guys walks away from this. So burn the warehouse, but take Suha alive. Put him to work for you, and give the chairman a bigger cut than he was getting from Dog Guys. Okay. Okay, do it. Bring him alive. Right, boss. Так, нам нужно кого-то доставить живым. Только я надеюсь, не на этом корыте припаркованном. Опа. Мы что тут с бандой? Dog Eyes gotta know he fucked with the wrong people. Yeah, no kidding. Крутая банда на джипах. You're good with your hands, Shan. Let's see what you can do without iron. Look, hold on. Whoa. We shouldn't go in shooting anyway. There'll be workers in there. And we need Su while alive. He's worth a fortune. Oh, we're going in shooting. This is Dog Eyes' biggest money, man.
Фига он такой водитель крутой. Как танк едет, на все пофиг. Believe me, you better have some bodies on you before the night is over. I want to see proof that you're not a cop. Да ему вообще по барабану, ездит так же, как я. One test that matters. So you want me to kill one of Dog Eyes' drug dealers to prove it? All right, it'll be my pleasure. Так, ну что, мы приехали. All right, here's the plan. Go to the back door. I'll look around. You wait for my signal to attack. Так, атаковать только по его сигналу. Так. What? You seen the new KBS? The ones? Silver. Thinking of getting one for my girl. And what Dog Eyes pays you? Well, don't cost anything. I know him. Привет, ребят. Fucking get him. Вот так. Давай, давай. Китайчики. Так, парни. Так, я хочу попробовать. И в колено же, как там? Вот так, до свидания. Так, готово? Свинячие выродки. Ты слышал это, да? О. Привет, ребят. Опа. Прощай, колено, да? Ты ж не встанешь, я надеюсь, да? Ух ты какие. Вот так, с вертушки. Гори синим пламенем. Я тоже туда. Ну что, шашлычок, хочешь? Ты какой дерзкий. Да отвалите его, там ничего не видно. Вот так вот. И еще и ногой тебе. Готово. Так, жизнь пополнилась, все хорошо. На. Щи. Так, у нас есть пистолет. Как там целиться-то? Ага, вот так. А то я что-то забыл. Вот черт. Теперь у нас по стрелушке-то будут. Так, где вот? Готово. Давай, вылезай. Готов? Ты тоже готов. Так, патрончик. Воу. О, отлично.
Так, еще один готов. Где он наверх? Ну вот уже что-то интересное. Эх, непривычно на контроллере. Да, вот тут баллон есть. Ох, отлично. Так, этот готов. Ну что, остался ты там где-то? Ой-ой-ой. Аж сюда принесло его. В стиле Макса Пейна, ребят. Так. Надо открыть ворота теперь, да? Fuck. Маленький коротыш, ты что тут спрятался? Сиуа, ты coming with me. Fuck you! You're not taking me alive! Stop! Урод. Ну вот. Light it up! Не, ну вообще. Воу. Так. Ой, я загорелся. Куда ты там убежал? Так, кто тут идет? Отдыхай. Ты тоже отдыхай. Ну-ка, со мной. Вот это жесть. Вот засранец-то. Еее, крутые коперы. Ха-ха. Куда ты, скотина? Нифига он так мучится. Мне бы еще не убраться. Ага. Да я не хотел, ну. А чёрт, ну вот. Теперь на каком-то броневике. Да что ж ты? Да. Спрыгнул с мотоцикла. Да едь ты быстрее, господи. Трактор. Да, что-то, друзья, сейчас заново буду это проходить.
потому что на этом корыте его не догнать. Да, все, миссия провалена. Так, начать с контрольной точки. Фу, сейчас главное с мотоцикла не спрыгивать сразу. Yeah. Все, погнали. Ох. Are you fucking done? Okay, I'm done. Ну, теперь будет полегче. Лохи. Вот черт. Все вас съели, да? Ложки. Ну, в какую не хотят. Ладно, придется вас вырубить. Все. Профукался. Готово. What are you doing? Так, shut ну что, едем в автобусное депо. You're dead. I'm not afraid of dog eyes. Dog eyes? Так. Motherfucker, I get paid by dog eyes. Все, приехали. That was fucking crazy. See you. Nice to motherfucking meet you. From tonight on, your partnership with Dog Eyes is done. Take a ride. We can talk about the terms of your partnership. You did good. Here. A little token of my respect. Неплохо так, пачку денег. Keep this up and there's a lot more. I get the feeling things are looking up for the Water Street boys. Thanks, boss. Hey, man. Look, I don't do this often. But, I'm sorry, I was wrong about you. You show your true colors. Только не плачь. Прям, прям заплачу. Ну что, друзья, думаю, на этом закончим серию. Подписывайтесь на канал. С вами был Локи. Всем спасибо и пока-пока.